подтвердил, что в Лаосе действовал заместитель Драгвича, Кравченко. Да. Резнов сказал, они убили столько людей, что не сосчитать. Слушай меня внимательно, Мейсон. Резнову нельзя доверять, что бы он тебе ни говорил. Но он дал нам досье на Кларка. Он привел нас к Нове-6. Резнов не тот, кем кажется. Нет, нет. Он мой друг. Он помог мне бежать. Преданные, забытые, брошенные. Все братья. Забудь о Резнове. Ну же, Мейсон, у нас нет времени. Мир на пороге войны. Войны с кем? Кто ты такой вообще? Я все слышу. Эти долбанные цифры. Это сигнал, Мейсон. Числа — это сигнал. Тебе промыли мозги. Ты был в Меконге. Шел на север к комплексу Кравченко. Ты направлялся в Лаос. Лаос. Кравченко. Чертов псих распылял газ по всему Вьетнаму. Я убил его, ты понимаешь? Должен убить всех! Лаос, Мейсон! Ты шел по реке Меконг в Лаос. Джейсон Хадсон прислал тебе сообщение. Куратор. Что он сказал? Хадсон. ЦРУ сбило советский самолет с Новой-6 на борту. Он упал в Лаосе. Наш спецназ искал его. И что дальше? Опять слышу чертовы цифры! Мейсон, передача, Мейсон! Передача! Главное добраться до Новой 6, пока коммуняки не скрыли следы. Точно, пошли. Ну все, пошли. Вы спецгруппа, так? Так. Они погибли. За пулемет и не умри. Сэр. Да. М-202, Боуман, правый борт, заряжай. Мейсон, за штурвал. А что они скажут на это? Вперед. Прямо как по пути!
эвакуация!